насколько велика порой бывает сила убеждения. К примеру, человек, который твердо убежден в неизлечимости своего заболевания, принимает множество микрорешений, отличающихся от тех решений, которые принимает человек, убежденный в том, что его болезнь излечима. Мне известно об исследовании, в ходе которого ученые рассмотрели 100 случаев излечения от рака, когда в течение 10 лет заболевание не возобновлялось. В ходе этого исследования не было обнаружено предпочтительности какого-то определенного метода лечения. Кто-то лечился стандартной химиотерапией, кто-то принимал лекарства, таблетки, кто-то занимался психологией, кто-то подался в религию, а кто-то вообще ничего не делал. Единственное, что объединяло всех этих людей, которые смогли излечиться от рака, это твердая уверенность, убежденность в том, что их метод работает. Если мы научимся убеждать себя и других людей в том, что наши проблемы решаемы, то мы сможем творить чудеса. С вами был Антон Деркач. Если это видео интересно или полезно для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы первыми узнавать о выходе новых выпусков. Я желаю вам счастья. Увидимся в новых видео.